Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шет, и сегодня мы продолжим играть в игру Subnautica! Вы скучали по ней? Если да, то, ребят, напишите об этом в комментарии и поставьте лайк. С моего последнего захода в эту игру она очень сильно обновилась. Там произошло два крупных апдейта. Насколько я помню, это какой-то Habitude апдейт, что-то в этом духе. И OSX апдейт. Если OSX это для Apple-овской операционной системы, то последний апдейт, он добавил базы и кучу всего нового. Я не буду показывать вам просто сухо, что получилось, что появилось. Я хотел бы начать в нее играть, то есть создать новый мир и, скажем так, снова начать развиваться, снова посмотреть на то, что они добавили, что они убрали, какие баги они пофиксили, какие баги появились и так далее. Так что, ребят, если вы за это все, то давайте наберем 5000 лайков, и тогда будет серии каждый день в течение недели, как в прошлый раз. Помните это? Ну да что там говорить. Давайте выберем новую игру и начнем. Так, свобода нет, выживание да, хардкор нет, не хочу хардкор, хочу выживание. Что ж, готовы погрузиться? Па-па-па-па. Итак, новый неизведанный мир, он ждет меня. Мы опять в нашем челноке, в нашей спасательной шлюпке. Так, у нас нет никакого костюма, чисто спасательный жилет. Так, хорошо, энергия. Ну-ка, посмотрим, что у нас в хранилище. В хранилище у нас Advanced Iron Kit, батарейка и нож. Так, нож-то хорошо. Так, опа, добавили журнал. Ага, в журнале у нас как раз все наши вот эти крафтабельные вещи. Хорошо, аквариум можно скрафтить, бенч, синтабличка, маленький маленький шкафчик. Вот, обсерватория, комната, L-Glass коридор. Ну, в общем, они очень сильно поработали над самой базой. То есть, нам будет сейчас смысл сделать базу. Ну, по крайней мере, поначалу я этого делать не буду, но со временем мы ее построим. Так, для начала, насколько я помню, так, фабрикейтор, персонал, тулс, флешлайт, нет, эквипмент, вот. Нам нужен радиационный костюм, 2 силикона, 2 лида, уже не помню, что это такое, и ласты. Так, нужно будет потом поставить русификатор, потому что вроде он есть, и он облегчит задачу. Так, кислород у нас 45, танк лучше в самом начале сделать, и ласты. Ну хорошо, так, давайте поднимемся наверх. О, да! Здравствуйте, бескрайние просторы океана, я по вам скучал. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Так, вот тут грибочки я вижу сходу. Ага, рыбки, пепперы, пипперы. Ага, металл, металлический мусор. Ух, ребят, знаете, я уже на самом деле соскучился по этой игре. Потому что реально давно в нее не играл. Вот так вначале я в нее переиграл, слишком много играл. И как-то надоело. А сейчас... О, фрагментик. А сейчас заходишь, такой чувствуешь легкую ностальгию. Ну, давайте грибочков соберем. Можно будет из них, может быть, что-то приготовить. Так. Ой. 15 секунд осталось. 12. Все, всплыли. Кислород восстановили. Ребят, я сейчас хочу записывать видео в 1080p и рендерить это все дело. И если вам это будет нравиться и вообще вам-то... Ну, будут это пользоваться спросом, то я думаю, что я так и буду делать. То есть, у меня новый железный комп, я могу наконец-то комфортно записывать, мать его, все 1080 на 60 FPS. И также это дело рендерить. Вот, потому что я за качество видео. Я хочу, чтобы видео были качественные, с хорошей детализацией, а не там какие-нибудь мутные, скажем так, мутные, там не мутные, где будет плохо видно, плохой цвет и все такое. Я хочу, чтобы все было шикарно и круто. Так, ладно, мы тоже насобирали много кусочков металла. Настолько много, что у нас уже аж полный инвентарь. Ну, давайте, что, у нас инвентарь полный, это не страшно. Так, у нас грибов много. Так, shift, в смысле дроп? Я их не могу есть? What the fuck? Эй! Я могу их выбрасывать, но я не могу их есть. Блин, а зачем мне же тогда эти грибы? Ничего себе. Ну, я не думал, что они это изменили. Ну, ладно, так. Давайте чанг. Так, титаниум получили, окей, сломали чанг, получили титаниум. Так, еще кварц. Ух. Ну что ж, задача на эту серию у меня скрафтить танк, скрафтить ласты и приблизиться к радиационному костюму. Вот, сейчас мы посмотрим, что мы там скрафтим, потому что и нам нужно еще разобраться с едой. Так, силикон, по-моему, там нужно двое ласт для силикона. Так. В смысле, двое силикон для ласт. И второй силикон. Вау, прикольно, он так крафтит даже и... Странно, непонятно. Окей. Так, обмундирование, ласты. Отличненько, плавать будем быстрее. И мне нужен танк. Для танка нужен титаниум и стекло. Стекло я могу сделать?
А-а, стекло я сделать не могу, для него нужно 3 кварца, у меня есть только один. Но зато мы уже быстрее плаваем. О, да, я прямо чувствую, как я ускорился. Я теперь плаваю со скоростью 10 тысяч миль в час. Так, соль, это хорошо. А, зачем я грибы подбираю в таком большом количестве? Давайте выкинем их, потом разберемся, для чего они нужны. Пипер, 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 мать твою, иди сюда. Опа, я поймал тебя, братишка. Так, мне нужен еще один пипер. Пипер, пипер, пипер. Оп, второй пипер поймался. Третий пипер, пипер. Эй, пипер, братишка, отлично. 3 пипера, я уже с голоду не сдохну. Ой, а ты-то кто? Эй, стой, 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 Гарри Фиш. Ха, Гарри Фиш, привет, братишка. Так, отлично. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Задыхаться в мои планы не входит. Ну-ка, давайте оглядимся. Где здесь кварц? Вот я вижу вот эти штучки. А, вон вижу внизу кварц и вижу вот эти вот камни в стенах. Так, нет, это медь, медная руда. Мне нужен, так, здесь у нас что? Титаниум. Мне нужен кварц. Еще как минимум 1 кварц. О, да мы нашли даже 2, 3 кварца. 4 кварца, вот это да. Ну, хорошо, подберем. Раз уж так. И давайте вот это даже распакуем. Так, и медь получили, неплохо. Что у нас тут сверху? В таких пещерах много... Ой, я вижу, офигеть. Просто кварца до жопы. Не-н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 е
Ух, чуть не умерли, ребят. Это было опасно. Ладно, давайте сейчас... Новое new creature discovered, окей. Так, мне нужно стекло. Стекло. Далее мне бы не помешал... Да, танк, отлично. Так, крафтись. Хорошо, ну что ж, теперь... Можно будет так, last if fins against lead. Из чего же делается лид? Я уже, если честно, и позабывал. Магнезиум, лид, копперу и сильверу. Ага, нам нужна будет серебряная руда для того, чтобы это все дело крафтить. Хорошо. Ну что ж, давайте тогда, пожалуй, построим... Так, средство передвижения. Флешлайт, билдер, не-не-не-не-не, спасибо. Ага, Аврора, видимо, начинает портиться. Ладно. О, кстати, вот готовая рыба наша. Тихо-тихо-тихо, успокойся. А, вот наша рыба, кстати. Можно сделать готовую, можно сделать ее копченую. Давайте приготовим ее. Скорее всего, блин, я не знаю, может быть, она больше энергии будет так тратить? Вот сейчас 56% энергии. А сейчас 51. Нифига себе, целых 5%? Вы что, серьезно? Блин, то есть нам теперь нужно заряжать, что ли? Are you fucking kidding me? Погодите-ка. Power Cell, тут 25, 25, тут 2, 2, офигеть! То есть сейчас у нас энергия, она уже нифига не бесконечная, и нам ее реально нужно будет добывать. Ну, в смысле, крафтить батарейки новые делать. И, пожалуй, базу нужно будет делать быстрее, чем я думал. Ну ладно, все равно, вначале нам нужно сделать средство передвижения. Где ты? Средство передвижения. Ласты? Нет. Туз тоже нет. Ничего себе, они что, изменили... А изменили, теперь делать в конструкторе, я не понимаю. Ну ладно. Так, у нас было... есть какой-то фрагмент исследований. Так, краб метал, окей. Фрагмент исследований. Журнал, циклоп. Так, что же мы нашли-то, ну? Вот он, сиамот фрагмент. Так, куда же его вставить-то, ну? Сиамот фрагмент. Вау, воу-воу-воу, мы не знаем, куда вставлять это все дело. Нам нужно скрафтить и сам исследователь, твою мать. Все, по-любому сейчас будем делать билдер, это однозначно. Так, для билдера нам нужен компьютерный чип и батарейка. Для компьютерного чипа нам нужна, так, серебряная руда. Ну, батарейку мы скрафтить можем прямо сейчас, отлично. Так, ну и давайте титаниум. Надо будет сделать его из скрап-металла. Так, вот сюда скинем батарейку. И так, все вроде бы, да? Больше ничего сюда смысла не скидывать. Ну, рыбу можно съесть. Так, рыбу. Ам-нам-нам-нам-нам. Ам-нам-нам-нам-нам. Отлично. Так. Бам-пам-пам-пам-пам. Вот, ставим скрап металла, делаем. Окей. Вот, раз, два, три. Так, третий. Сколько у нас еще там скрап металла? Ох, еще хватает. Достаточно много у нас его.
Все, закончился. Хорошо. Ну что ж, нам нужно найти серебряную руду. Серебряную мать и руду. Она, насколько я помню, водится в красном биоме. Красный биом находится в той стороне. О, а там будут сейчас... Ну, давайте кварц пути заберем. А там будут... Вот эти сталкеры, если я не ошибаюсь, да? Хм, опасно. Опасно, мать его. Ну ладно. Так, они будут там грызть краб-металлы. Ну пусть грызут, ладно. Мне они не мешают. Что это у нас такое? Сиамот фрагмент. Уже было. Даже подбирать не буду. А это у нас чей фрагмент? Опять сиамот фрагмент. Но сиамотов у нас много. Точнее, у нас один сиамот фрагмент уже есть. Я думаю, этого будет достаточно. Надеюсь. Хотя, возможно, они и это поизменяли. Ну ладно. Так. Ну что ж, отправляемся ночью в дальнее плавание. Так, вонючку вижу. Много кварца вижу, это хорошо. О, кислородик. Ну, в принципе, нам его не обязательно поднимать. О, я слышу звуки. Я слышу звуки монстра возле Авроры. Ну, к Авроре мы поплывем. Блин, даже не знаю, можно к ней прямо сразу поплыть, но... Либо можно сначала построить костюм от радиации. А, там в любом случае будет радиация, что костюм от радиации в любом случае нам пригодится. Ладно. Вот мы, кстати, добрались до этого нижнего биома с красными... с красными листьями. Боже, мы так медленно плывем, что просто пипец. Даже с ластами это недостаточно быстро. Ладно, кислород, хоп. Кислород, хоп, хоп, хоп. Отлично. Так, лаймстоун, титаниум. Нет. Титаниум это плохо. Ну, точнее, это хорошо, но нам не подходит. Так, соль. А нам нужно серебро. Что это? А, ты твою мать, отстань от меня. Не пугай меня так быстро, а. Ушел отсюда. Ой, еще и сталкеры здесь. Братишка, иди нахер. Зарежу. Зарежу. Всех зарежу. Так, лаймстоун. Че я подобрал? Че это? Копер. Медь. Нет. Нам нужно серебро. Отстань от меня. Зарежу. Так, ну тут, кстати, много... Появилось много вот этих пузырьков. Давайте-ка поставим здесь. Отстань! Отстань! Пузырек, пузырек, воздух! Воздух! Фух. Где ты? На! Не лезь ко мне! Я воздухом пытаюсь дышать, понял? Так. Ну что, отлично. А, кислород более-менее восстановили. Сейчас нужно... Господи, гляньте, они как Хагридс-то, а? Дерзкие типы. Так, щит, вонючка еще будет вонять. Отстань от меня! Мне нужно серебро. Я уже бывал, и я знаю, кто вы такие, я знаю, что вам нужно. Идите нахер, я вас не звал. Так. Отлично. Восстановили еще немножко кислорода. Где же эти ламстоуны? Блин, вон копается, гляньте, а. Загрязет меня за милую душу. Ладно, так. А нужно либо возле пузырьков тусоваться сейчас мне, либо всплывать на поверхность. На поверхность всплывать в мой план не входит, потому что слишком долго это будет. О, не попал! Промазал, братишка! Слушай, ну я тебя просто убью, ты меня уже достал, ну серьезно. Сколько можно уже на меня агриться? Оп, все, всплыл. Интересно, а добывать можно из него мясо, не? Ну, видимо, нет. Это мы исследуем чуть попозже, когда у нас будет больше кислорода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, кислородному баллончику. Прикольно, кстати, они изменили генерацию ландшафта, это я знаю. Он теперь менее лагучий генерируется и... Ну, скажем так, видимо, они изменили спаун некоторых вещей. То есть такие вот пузырьки появляются чаще, это радует. То есть я сейчас могу на этой даже на такой глубине долго находиться и не всплывать. Это меня радует. Где же лаймстоуны-то? Ну, мне серебро нужно просто шипипец. Где же его найти-то, ну? За кусочек серебра, блин, жопу продам рыбкам. Где оно? Где оно? Где серебро? Так, я вижу, там кто-то ковыряется в траве. Ковыряйся дальше, я тебе не враг. И ты мне не враг, и я тебе не враг, пока мне от тебя ничего не нужно. Ой, я нашел лаймстоун, кажется. И тут-то рыбешка. Отвали от меня. Сэндстоун чанг. О, да, сильвер ор. Шикарно, шикарно. Только я не успею всплыть. А, я не могу всплыть. Я думаю, я не... Блин, давай, давай, еще 50 метров, ты успеешь.
Пожалуйста, всплыви, прошу тебя, 40 метров всего лишь, давай! Чуть-чуть, 30 метров, 20 метров, нет, не успел. Да, к сожалению, не успел. Ну что, серебро мы потеряли или нет? Серебро, серебро, серебро. Копер, копер, да, серебро мы потеряли. Твою мать. Так, ну серебро я потерял, зато я вспомнил, где искать вот эти вот стоуны. Они находятся на земле. То есть их нужно искать не на наростах, вот тут где-то на скалах, а именно в песке. Так, сейчас не теряем нычки с кислородом. Будем ими пользоваться, они нам нужны. Ну что, в принципе, первая серия, она была должна быть такой фейловой, с косячками, со всякими проблемами, то есть я еще не развит нифига. У меня ничего нету, я не знаю, что куда ходить. Ну, точнее, я знаю, куда ходить. Ох. Ой-ой-ой. Жесть, какие-то проблемы, ладно. Так, подобрали серебряную руду, теперь можно, пожалуй, всплывать, подниматься, точнее, на поверхность. Либо подниматься на поверхность, нет, давайте лучше не будем рисковать, сейчас поднимемся, потом всплывем, там я вижу еще один сэндстоун. Вот, его подберем, вернемся на базу и там начнем уже крафтить билдер, сделаем билдер, сделаем все, что нам нужно. И к следующей серии будем уже строить базу. Я думаю, база тут просто уже жизненно необходима, с генератором, со всеми ништяками. Вот, так, сэндстоун, и у нас там серебряная руда, как я предполагал, это ништяк. Что-то у нас здесь показывает? Что-то нам предлагал здесь взять? Оу. А, копать песок, окей. Так, нам для билдера нужен компьютерный чип, а для компьютерного чипа нужны вот эти диски, которые, драгоценные кусочки дисков. Точнее, кусочки драгоценных кораллов, ракушек или бог его знает как. Вот, мы их нашли, это отлично. И сейчас, по идее, мы сможем сделать билдер и начать строить свою базу. Так, давай-ка, чпоньк, заходи на свою башню. Итак, компьютерный чип, я могу его сделать? Могу, шикарно. Так, крафти его, а я пока возьму батарейку. Так, заходим, бери батареечку. И сейчас, по идее, я смогу сделать билдер, уже стать менее зависим от этой базы. Ну, по крайней мере, я от нее еще очень сильно зависим, но... Ага, ага, ага. Так, но, блин, все-таки лучше с большой, в большом помещении быть. Вот, и, кстати, я заметил, что энергия регенерирует. Смотрите, энергия сейчас 67%. То есть она, да, она тратится, но она восстанавливается. Это меня не может не радовать. Ну, хорошо, ладно. Так, ну а сейчас давайте попробуем сделать свою первую комнату. Где бы ее поставить? Я бы хотел ее поставить не очень глубоко и не очень далеко от вот этой базы. И все-таки не очень далеко от остальных биомов. Вот. Мне кажется, что давайте ее сделаем где-нибудь вот здесь. Вот на этом краю. Хотя, что мне подсказывает, что лучше сделать немножко поглубже. Вот здесь. Вот. Вот на этой равнине у меня будет база. Тут есть грибы. Это хорошо. Вон там недалеко уже большой спуск идет. Тут небольшой подъем. В общем, это место мне нравится. Так. 4. Билдер. Билдер, билдер, билдер. Фаундейшн. Фаундейшн. Ты же не вылетишь, игра? Игра. Ага, не вылетел. Так. Ну вот, разместили фаундейшн. Окей. И сейчас нужно построить центральный коридор. Так, у нас энергия есть, модули, какие-то непонятные вещи. Ну блин, они очень неплохо ее развили, эту игру, скажем так. Так, комната, рум и коридор. Давайте здесь комнату сделаем, не знаю. Почему бы нет? Большая комната. То, что нужно. Тем более для нее не нужно ни стекла, ничего. Она изнутри, наверное, будет стеклянная. Я прав? А, нет, не очень прав. Так, а как войти в нее? Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Давай-ка восстанавливайся. Хм. А как же войти, войти в нее? Нужен люк. Хорошо. Бунг-хэт. Хэт-эч. Глаз. Нужно стекло. Ну, у нас есть для этого все необходимое. И мы в следующей серии сделаем стекло и зайдем вон, построим люк и зайдем в эту комнату, посмотрим, что там внутри. Что ж, ребят, вот такая вот первая серия. Если вам понравилось, поставьте лайк. И не забывайте, 5000 лайков и серия серия в день в течение целой недели. Вот. И вообще, пишите свои советы, комментарии и мысли, все, что вообще вы думаете о моем прохождении. И если вы здесь первый раз, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер, Инстаграм, ссылки есть в описании. А с вами был Шед, увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!